Вторая, 1/4 финала игры Азовской лиги КВН прошла 1 мая в городском дворце культуры. В ней приняли участие 6 команд. Сегодня у нас второй четвертьфинал. Сегодня у нас очень сильные команды играют. Команда сборной Евразийского института Ростов. Ребята играют в первой лиге в городе Минске. И у нас будет очень интересно. Также наши гости, которые к нам приехали во второй раз уже, это «Дети Кавказа», «Майкоп». Издалека приехали, вчера их встречали. Также две очень сильные команды из Таганрога, это Гена и почти мужская сборная. Конечно же, две молодые, но очень перспективные команды, которые уже полюбились азовскому зрителю. Это команда КВН «Квас» и «Два Бориса». В четвертьфинале три конкурса – приветствие, разминка и озвучка видеороликов. В этом сезоне впервые в разминке заочно принимали участие игроки высшей лиги КВН. Видеовопрос претендентам на победу задал капитан команды «СОК» из Самары Дмитрий Колчин. Всем привет. Уважаемая команда, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Самарская область славится ВАЗовскими автомобилями, красивыми девушками, Астрахань, рыбалкой и арбузами. А чем славится Азов? Самые молодые участники – команда «КВАС» из Азова. Они впервые выступают в сезоне Азовской лиги. Если честно, немножко волнуемся, потому что столь ответственная, столь молодая команда. И хотелось бы, конечно, обрадовать всех, кто в нас верит. Конечно, хотелось бы обрадовать всю Азовскую лигу. Мы тоже благодарны всем, кто ее делает. И поэтому мы стараемся. Сборная Азова на прошлой неделе впервые приняла участие в официальной лиге КВН в Астрахани. Впервые в своей истории, вообще в истории города Азова, благодаря многим людям, которые помогли все-таки нам отправиться, конечно же, это администрация города, огромная благодарность Сергею Леонидовичу Бездольному, который помог нам все-таки выехать. И, собственно, съездили мы не напрасно. В Астрахань съехались 18 команд со всей России. Азовчане сумели показать достойную игру и заняли первое место в своей подгруппе. Таким образом, сборная Азова в июне примет участие в полуфинале Астраханской лиги КВН. Боже, сколько же здесь грустных мест! О, вот и весело! Полуфинал по итогам игры в Азове вышли сборные Евразийского института из Ростова-на-Дону, команда из Азова «Два Бориса» и «Дети Кавказа» из города Майкоп. Следующая 1/4 финала состоится через 2 недели, 15 мая. Кристина Брехунцова, Евгений Симаков, Андрей Сикачев, Азонфо.